Врачи бьют тревогу. Из-за халатности родителей увеличилось число детских травм. Только за последние полгода на больничной койке оказались 8 малышей с повреждениями головного мозга, внутренних органов и тяжелыми переломами. Для двоих травмы оказались несовместимыми с жизнью. Основная причина трагедии – выпадение из окон. Как правило, жертвами несчастных случаев становятся дети младше 5 лет. Вот совсем недавний случай зафиксирован в конце июня. Маленький Саша из Авдеевки попал в областное отделение нейрохирургии в тяжелом состоянии. Когда его мама отлучилась на несколько минут, мальчик вылез на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 4-го этажа. Удар смягчила бельевая веревка. К счастью, сегодня у Саши есть все шансы на выздоровление. По словам спасателей, подобных трагедий можно избежать. Лишь предельная внимательность родителей может сохранить жизнь и здоровье ребенка.